Всем здоров, строгих. Совсем недавно добавили автомобиль Hyundai SNSX GNSX 50 кг. Конечно, автомобиль имеется уже в гараже. На прокачку автомобиля тратите 361 тысячу рублей и 250 баксов. Обвес, конечно, тоже имеется, но поскольку я уже автомобиль настроил, я немного банкрот сейчас. Автомобиль, кстати, по поведению очень смахивает на BMW M3 30, а не на BRZ, как мне говорили ранее. Что-то немножко в траектории не попал, но да ладно. Автомобиль очень уверенно себя чувствует, если руки не в ребрах торчат, как у меня, растут из плеч, то вы, естественно, будете и легче, и больше набирать очков. Даже не знаю, что про машину еще такого сказать. А, максимальные характеристики... Характеристики в полном качестве автомобиля. Максимальная мощность 747 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент я не помню сколько. Вес 1160 килограмм. В принципе, максимальный крутящий момент 846 ньютон-метр. Конечно, сейчас, если нажму выход, почему-то видео заканчивается. Я не знаю почему. Почему так бандикам все делают противно. Ну ладно, с вами был Иван Строгих. Пока.